Спортсмен погиб в Москве, защищая беременную женщину от мигрантов. Пьяные граждане Таджикистана умышленно задирали отдыхающих. Мастер по греко-римской борьбе 34-летний Сергей Чуев, убитый при попытке защитить беременную женщину в Южном Бутове, пропустил последний смертельный удар из-за того, что отвлекся на жену. Очевидец рассказал подробности конфликта. Трагедия разыгралась в ночь на 8 июня на Черневском пруду в районе дома 123 по Южно-Бутовской улице. Это место известно жителям как самое удобное для отдыха, часто сюда приходят с детьми или небольшими компаниями пожарить шашлыки. Так произошло и в пятницу 7 июня, вечером. Четверо мужчин азиатской наружности готовили мясо на мангале и выпивали. Ближе к ночи они приняли изрядную дозу алкоголя и начали задирать прохожих. Из-за агрессивного поведения этой компании люди старались их обходить, так как было видно, что отдыхающие, подогретые спиртным, ищут конфликта. «Я шел со своим другом, когда издалека увидел этих мужчин», — рассказал очевидец и участник драки Дмитрий, имя изменено. «В этот момент с нами поравнялись Сергей Чуев с супругой. Я его не знал. Но на вид он был крепкий. И мы с другом попросили пройти мимо компании вместе. Думали, что так они не пристанут. Тогда же к нам присоединилась Анастасия, беременная девушка. Такой небольшой группкой мы пошли вперед. Тем не менее, проходя мимо компании агрессоров, мы все же получили несколько едких замечаний в свой адрес, а также пошлых комментариев в адрес девушек. Сергей в долгу не остался и предложил мужчинам вести себя поспокойнее. С этого все и началось. Наглее других вел себя мужчина в желтой футболке. Именно с ним у Чуева началась ожесточенная перепалка, а потом и драка, к которой сразу же подключились другие пьяные участники пикника. Началась настоящая бойня. Отдыхающие били без разбора всех. Супругу Сергею ударили по лицу, Анастасию толкнули, она упала и содрала локти. Дмитрий получил несколько ударов по голове, а его другу сломали руку. Но больше всего доставалось Сергею Чуеву, который оборонялся активнее других и старался обезвредить нападавших. В какой-то момент зачинщик в желтой футболке оказался в пруду, тогда его товарищи стали оттеснять и Сергея к водоему. Спарринг продолжился в воде. Тут стала кричать жена Сергея, требуя прекратить избиение. Чуев повернулся на ее зов, в эту секунду один из злодеев ударил его ногой в голову. Борец пропустил удар и сразу же упал в воду. Он не подавал признаков жизни, и атакующие ретировались с места происшествия. Дмитрий и его товарищ вытащили Сергея, который на тот момент уже еле дышал. Спустя меньше часа мастер спорта скончался от остановки сердца. Подозреваемых, семерых человек, а не граждане Таджикистана, задержали на следующий день. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте.